Как ребенок бывает, вот когда запуган, ему ничего нельзя привить, он-то одирается, боится. Поэтому накажи всем, не трогай, даже что-то сделает не так. О, тут оправился, тут никогда нет. Управился, убрать. Вовремя после еды выводить его на прогулку, чтобы он оправлялся на улице. Приучать постепенно к ошейнику. Да, вот я сейчас ошейник тоже думаю. Какой-то надо такой, чтобы помягче, что ли? Да. Я занимался много. Я очень серьезно занимался собаками. Так что тут главное щенка сохранить, чтобы никто не бил. Даже ладошкой хлопнуть, никак не прикасайтесь. Накажи всем. Это абсолютно недопустимое. Если он никого не боится, он будет принимать. Вот когда притравливают на медведя, а он испугался за хозяина. Их сразу водят в распадок и пристреливают. Учить бесполезно. А бывает такая смелость, схватилась, медведь ее распорол, бросил. Это тоже негодная. А такая схватила, рванула и отбежала. И она его посажет, чтобы охотник успел подойти и пристрелить. Вот уже вековыми за опытом. Кормили под танками голодных. Они нагружают мины и бежали под танки и взрывали танки. У нас один это говорил, тот судили, когда говорит, а так советские агитками своими нагрузили граждан, и они теперь лезут и взрывают их там, делаются безбожниками. Да. Михальков, да. Три раза судим, был инженер, баптист. Слово свое, когда говорил, судим. Ну все тогда, у меня все в порядке, сейчас заработал. Володя подошел, что-то полез там, покопался. А это интересно, на моем аппарате застряла Гришина, никак не вытряхивается. Это я не знаю, я там что-то сделал в прошлый раз и прошло. Я сам не понял, что сделал. Главное, все, что записывается, это оно, все стирается, а она не стирается одна. А это где, а это видео-то есть, да? Это видео-то. Ну, есть, я его где-то уже там поставил. Ладно, ладно. Она-то, я... видите, это все, это тот же дух. Она сразу, когда ей сказали, то она переименовала себя, и все, и вышла. И она на Николая выходила под другим именем уже. Пыталась на него выйти, а он ее раскусил. Лукавая. Это никогда такого не встречал. Даже не знал, что такое возможно вообще. Вот она ко мне заходит, я ее показать-то могу. Здесь у меня где-то маленький эпизод, это в этюдах. В этюдах будет. Ну, недолго разговаривает, я что тут с ней говорит. Я сказал, что известно, вот принеси там в этом пока. Я уже все принесла покаяние, она говорит. Я вам писал это. У него родители, я же с матерью разговаривал, в полном неведении находятся. Они думают, что она умница такая. Вот. Я ей говорю, она нас-то в заблуждение в такое вела, что мы чуть в грех не впали. Она как? Это не может быть такого. И мы начали всю жизнь ее, что она мне рассказывала, я с ее матерью стал все это. Вот это, говорю, было? Она говорит, не было. А это? Не было. А это? Не знаю ничего, говорит, этого. Ничего этого не было. Ни сарай не горели, ничего. Да. А говорю, а в детстве она тонула? Нет, говорит. Ой-ой-ой. И мама у нее, мне не поверила даже, что она такая могла она такая такое наговорить. Так. Вот. Ну, ладно. Готовим помаленьку к истинному православию. Идет дело, да. Да, и там мощная книга, мощная сейчас это станет. Самая там мощная. На какой договаривались, уже старайтесь за это не заходить. Нет, это все, как тогда, 832, и больше не... Мы тогда так и изначально так, и все, и так и остановились. Надо вот эти снимки, которые я сказал, и фасты после свадьбы-то, чтобы он заложил. Они дали на одну фотографию дали разрешение. Где шестером стоят. Отец Геннадий Фаст. Уже мне даже Николай написал, все, он уже это делает. Сегодня. Да. Сегодня он сделает.
Да. Это перешлите ему вот эту, Елена с дочерью Дарьей-то. Какие были, какие стали. Да, да, уже тоже переслал, конечно же. Да, и чтобы крупно было видно, чисто. Не надо договариваться. А у Севастьяна как фамилия у Севастьяна? Пауэр. Пауэр? Пауэр, то есть крестьянин. Я просто вот этот расписываю, тут фотографии тут подряд стоят. Я нашел, где вы с епископом Евтихием, все чтецы ваши, и вы, и епископ Евтихий. И фотографию. Да, а фотографию теперь, я же там выдал ее, фотографии, где он в университете пришел, с отцом Акимом они там сидят, и потом он стоит, слово говорит, а я за кафедрой. А вот вы мне где выдали? Нигде не нашел я ее. Ну там где-то она есть. Ну да, ну сейчас поищу еще. Три фотографии такие, он в университете сидит за столом, а я подошел, что-то спрашиваю. Ну и у нас снимали, а снимали только на этот, на видео. А тут приехал отец Иоанн Суворов, и он снял фотографию. Да я несколько раз уже где-то его... А Игнатий Игнатьевич, а как вот приучать вот щенок, он если за штанину хватается? Отучить его. Отучить аккуратненько. Что-то другое, тряпочку какую-то, чтобы не хватался. Не бить, ничего не надо. Только отвлечь. Он ничего не понимает еще. Ага, он еще ничего не понимает, да? Он меня ухватывает за штаны, чтобы я далеко не уходил. Матери-то нету, братьев-сестер-то нету. Он внезапно, представь, вырванный где-то. У него восприятия мира-то еще нет никакого. Что он кусает? Что-то попортит. А ты отцу показывал четырехтомник проповедь в стихах? А, нет, еще. Нет, я, по-моему, нет, не, еще не показывал даже. Он просто знает, но еще не показывал. Это вы хорошо, что напомнили, я даже не подумал об этом. Обязательно, раз он писал стихи, надо, чтобы он начал читать. Читать. Я вам ему... ответил, да. Почему женщинам я только... А можно написала там большую поэму на это, как она взяла первый раз в руки, я потом сейчас, скину. Простите. Ходит там. Ходит и деревяшки всякие грызет. А ему надо дать что-то такое, как резиновое. Да, да, как дал я. Деревяшки грызет. Значит, надо взять такое не очень твердое, чтобы зубы не поломало. Зубы-то у него меняться будут. Что-то пищит. Похоже, туалет хочет. Я побежал. Давайте, с Богом. С Богом.